Все добре. Добре, добре. І звідки? Запоріжжя. А, Херсон, Херсон. Сусідям. А чого стоїть Росія? А, VPN скачав, щоб русських тролі. Красавчик. А я за тебе вип'ю. Вау! Як тебе зовут? Тетяна. Тетяна. Я помню, у мене в Запорожжі дуже багато родственників, друзів. А у меня в Херсоне друзья есть. А кто? Ксюша, Коля. А дня, фамилия, можешь назвать? Кафтон Ксюша. Знаешь такую? Кофту, Кафтон. Да, Кофтун. Или Кофтун. Кофтун. Две сестры. Кофтун. Кто-то знакомо. Их две сестры, они такого маленького-маленького роста. Блондинки. Блин, они близняшки случайно? Они очень похожи, очень. Одно из них сделали предложение, когда приезжала мультика к вам в Херсон, и мальчик сделал предложение. Что-то слышал в местных пабликах. Ну, короче, это моя, ну, знакомая. А Славу Стасовского знаешь? Я вот оттуда его знаю. Вот, это мой брат двоюрный оттуда. А? Так это я. Мысли ты. Это я на фотке черненькая. Это Стас, это мой брат. Это двоюрный мой так брат. Это я на фотке. Я с ним на фотке, алло. Там черненькая, а ты светленькая. Дай мой телефон. Сейчас покажу. Это Степак Сява. Ну? Это мой клиент в космос, алло. Это я с ним на фотографии. Вы что? Ты что, гонишь мне? Так. Одну секунду. Потом Ольга Потяк, оттуда у меня есть. Тоже. Это моя лучшая подружка. Это моя лучшая подружка с самого детства. Она сейчас уехала в Польшу. Да, она сейчас в поле, в поляке, да. Вот. И что, прям? Она у меня в друзьях. Ты что мои фотки показываешь? Какого хуя? Она у меня в друзьях, ВКонтакте. Ты что ты мне говоришь, Ольга? А вот сейчас показывать мои фотки. Такое невозможно. А при чем здесь ты-то? Я тебя даже не знаю. У нас какая-то фотки есть. Это она сейчас блондинка. Я сейчас блондинка. Вот она сама по себе. Да, ну на фотке, там где ты только что показал. Да такого быть не может. Просто. Погоди. А может быть еще... так, ну Димон. Я не помню его фамилию уже толком. Набока вроде. Набока, мой тоже не в космосе. Короче, ты надо мной прикалываешься, я только что проверил. Я всех называю, кого смотри, ты типа знаешь. Видишь мой старый инстаграм? Ну. Да ладно. Сява, да? Ну. Вот он, на бок. Я знаю, это Макен. Смотри, кто это я? Я и Сява. Вот твой братан. А как так возможно, бля? Смотри, вот я и Оля. Хочешь, я тебе покажу фотку с Набокой? Ну. Так. Если это ты, то я ауею. Смотри. Да, это я. Это я. Да ты погоди, ты что-то... Дай мне скинь свой инсту. О, сейчас я тебе скажу. Артём Молодько, 147. Напиши его, здесь можно писать. Да, а Елисеева Машку, знаешь? Нет. Да что ты, погоди, если ты сейчас еще их знаешь, ты вообще ауею, блядь. Это Кулакова Аня. А Елисеева кто? Ну, на, держи, пожалуйста. Артём Молодько, 147. На, держи, вот тебе.
Ну, ты просто специально покажешь именно мои фотки. В смысле твои? Там целый я этот. А целый у нас альбом общий есть среди друзей. Это твой Инстаграм, да? Да. Хорошо. Вот Кулакова, Жанна. Ну, да ну. Ну, а это... Серёж, где ты тут прикол? Ну, здравствуй. Да как? А как так? Как у тебя дела? Нормально. Ну, привет, сестрёнка. Почему сестрёнка? Доигрались. Мы? Ничего. Ну? Смешно, да, пока что? Да. Ну, так что прикол? Смеха уже давно нет. Чего? Где ты сейчас находишься? А мне в Подольске, а что? А скинь сюда, пожалуйста, свой номерочек. Номерочек? Да. О, скину. Так я тебе в Инстаграм. Ну, сюда прям номер напиши, прям тут. Зачем? В смысле, зачем? Ну, зачем? Ну, нужно-то. Нет, не нужно.